Кажется, я что-то нашел. Это что, двойное дно? Похоже на тайник. Нужно торопиться, они скоро сломают дверь. А может, Даня прав, и ящик нас как-нибудь спасет? Мы просто им его выкинем, может успокоиться. Ой, что-то я сомневаюсь. Вот он. Что-то мне подсказывает, что этот ящик еще хранит какие-то тайны. Ребята, как вы думаете, я прав? Или это мне просто кажется? Напишите в комментариях, а я пока что его обследую. Даня, ты что там ищешь? Он же пустой, там только игрушка сиреноголова была. Ага, за которую они нас теперь преследуют. Кажется, я что-то нашел. Это что, двойное дно? Похоже на тайник. Какая-то странная штука. Вы не знаете, что это? Это какая-то музыкальная шкатулка. Сейчас проверим. Стой, не трогай! Потому что из-за твоего любопытства мы сейчас в ловушке. Если разик крутну, ничего же не произойдет. Ну что, они еще не успокоились? Нет, стало еще хуже. Какие-то странные звуки. Интересно, зачем это сиреноголовому? Странно. Смотрите! Чего это с ними? Покажите, что происходит! Чего? Почему вы так на меня смотрите? Покрути еще эту штуку. Зачем? Похоже, сиреноголовые на нее реагируют. И долго мне крутить? Я так долго не могу. Ну, пока не придумаем, как спастись от них. Я в шоке. Ну, держись, сынок. Ребята, тут еще какой-то сверток. Не нравится мне все это. Какой-то ящик бесконечных сюрпризов. Это похоже на инструкцию. Да, вот музыкальный механизм. А вот игрушка сиреноголового. А вот это ключ. Что еще за ключ? И зачем он нужен? И мне покажите. Я все понял. Тут показано три элемента. Один, чтобы управлять людьми. Второй, чтобы управлять сиреноголовым. А ключ что-то открывает. Гениально! Только что!
Это не важно. Игрушка сломана, и она вообще у сиреноголового. А где искать ключ, непонятно. У меня есть идея. Я уже боюсь твоих идей. Угу. Они с каждым разом становятся все опаснее и опаснее. Хотя бы вы меня послушайте. Ну хорошо. Пап, можешь покрутить? Давай, рассказывай. А что, если починить игрушки и отправиться в лес на поиски ключа? Отлично! И как ты себе это все представляешь? Как мы заберем у них игрушку и как отсюда выберемся? Даня, это же гениально! Пока кто-то из нас крутит механизм, сиреноголовые стоят и не движутся! А значит, мы можем забрать игрушку и ускользнуть из дома! Я так понимаю, мой голос не играет роли. Вы уже все решили. Но прошу записать, что я против. Тем более мы не знаем, что будет, если мы найдем ключ и соединим все три элемента. Пап, хуже все равно уже не будет. Убедительный аргумент. Нужно действовать, пока эта штука тоже не сломалась. Тем более, ну не можем же мы крутить ее вечно. Тогда план такой. Рома идет за игрушкой, которая осталась у сиреноголового. Я бегу и прогреваю машину. Даня продолжает крутить механизм и садится ко мне в автомобиль. Рома уже с игрушкой тоже бежит к нам. Ну и что дальше? А дальше мы едем в лес. Ты чинишь игрушку, ну, по крайней мере, пытаешься это сделать. Даня продолжает крутить механизм, а я везу нас в лес. Звучит классно, приключение. Прям огонь. Пап, все получится, вот увидишь. Поехали. Ребята, поставьте лайки и подпишитесь на канал, а я постараюсь найти ключ. Как вы думаете, получится?